Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последние две недели. А я прям сегодня буквально вернулся с гастролей по Уралу, мы ездили опять с нашим шоу Queen Scorpion с симфоническим оркестром. Было очень круто, было очень угарно, в марте у нас будет следующий выезд. В общем, я заряжен позитивом и спешу вам сообщить, что же произошло в мире, собственно, музыкальном за это время. Поэтому давайте сразу перейдем к первой новости. Компания Waves выпустила свой собственный сэмплер и также вместе с ним выпустила бесплатную программку, помогающую собирать каталог из своих собственных сэмплов и из сэмплов, которые идут в комплекте абсолютно бесплатно, который называется Cosmos. Туда включены 2500 разных файлов, которые являются и ваншотами, и лупами, и так далее. Все это очень удобно категоризировано, то есть есть внутренний поиск, но в принципе ничего нового, то есть мы это уже видели и в Splice, и в других сервисах, но Waves решила ворваться тоже сюда, и в эту зону, в эту индустрию, причем плагин один бесплатный, другой продается по очень такой сниженной цене. Его регулярная стоимость $35, сейчас его вообще отдают за 10, поэтому если вам интересно, переходите по ссылке в описании и приобретайте этот плагин. Ну а в целом, что можно сказать про вот этот сэмплер Create, это такой полноценный, полнофункциональный сэмплер, который отвечает всем современным требованиям и стандартам, то есть там есть все встроенные функции типичные для сэмплера, это и реверс, и питчинг, и тайминг, то есть все, что можно делать с сэмплом, там можно делать. Также, конечно же, есть всякие эффекты, огибающие, фильтры и все прочее. То есть мы все это уже неоднократно видели, но если вдруг вам вот интересен именно этот сэмплер, в принципе, цена довольно конкурентная, и можно прикупить и попробовать. И я уверен, что Waves будут для него выпускать всякие паки, всякие наборы, может, будут привлекать каких-либо продюсеров, которых они часто привлекают, которые будут свои уникальные какие-то сэмплы создавать под этот сэмплер. Я более чем уверен, что Waves будет именно в этом пути продвигаться, именно поэтому такая низкая точка входа, скажем так, в покупку этого сэмплера. Ну, посмотрим, очень много уже есть подобных сервисов, кто пытается как-то там с помощью подписки или еще какой-либо модели удерживать клиентов для поиска нужных сэмплов. И вот Waves тоже решили в этом поучаствовать, и если вам не нужен, например, Create, вот этот полноценный сэмплер, то вы можете использовать вот этот бесплатный плагин Cosmos как тоже такую программку для быстрого поиска и проигрывания нужных сэмплов. И еще раз напоминаю, что там идет в комплекте бесплатная коллекция из сэмплов, там 2500 разных звуков. Так что переходите по ссылке и смотрите, если вам это интересно. С каждым днем появляется все больше обновлений, заточенных под поддержку Apple Silicon или процессора M1. И в этой новости у нас выступает Kontakt 6.7 версия, которая, собственно, официально теперь поддерживает нативно Apple Silicon, то есть Apple-овские процессоры. И также еще и поддерживает официально macOS Monterey и еще в довесок Windows 11. То есть новая версия, поддерживающая новые операционные системы. И что самое главное для нас, для тех, кто приобрел недавно новые MacBook или Mac Mini на новом Apple-овском процессоре, теперь Kontakt может запускаться нативно без использования Rosetta. Хотя все мы знаем, что Rosetta пока в ближайшее время вряд ли от нас уйдет, потому что еще далеко не все, даже передовые топовые разработчики плагинов, перешли на полную поддержку Apple Silicon. Но я уверен, что тенденция, как мы видим, уже идет, что совсем скоро, может быть, в течение еще года, мы увидим обновление всех линеек популярных плагинов для Apple Silicon. Ну, Kontakt уже здесь. Компания Universal Audio объявила о том, что планирует в этом году запустить много-много новых микрофонов и, собственно, расширить свое присутствие на этом рынке. И начала с нового микрофона, динамического микрофона, который пригодится всем подкастерам, всем радиоведущим и тем, кто занимается стримингом, ну и просто записывает голос. И этот микрофон называется SD1 и является таким динамическим микрофоном классическим, и вдохновлен он даже визуально всеми нами известным микрофоном от компании Shure SM7B, который часто используется всеми подкастерами, всеми блогерами, стримерами и в том числе вокалистами в студиях и так далее. То есть очень часто этот микрофон мелькает, вы наверняка его видели, возможно, с ним имели дело. И вот Universal Audio решили так его немножко переосмыслить, добавить пару дополнительных фич
То есть там есть, например, регулируемый срез низких частот, аж вплоть до 200 Гц. И есть еще такой, скажем так, функция презенса, то есть когда можно добавить такую большую чувствительность к диапазону 2-5 кГц, собственно, диапазон разговора человека, ну, чтобы, опять же, люди меньше заморачивались с постобработкой, особенно вот с точки зрения стримов это актуально, и, собственно, использовали этот микрофон вот в таких вот полевых даже иногда условиях. Ну, довольно интересно, посмотрим, что нам еще в этом году представит компания Universal Audio, потому что они объявили о том, что в последующие сезоны будет еще много разных типов микрофонов представлено, которые тоже вдохновлены разными ситуациями и для различных применений. Будем следить за новостями. Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка. Одно видео за 2 рубля. Все как вы любите. Много за недорого. Как тебе такой, Илон Маск? Полный доступ 24/7 к абсолютно всем курсам без ограничений в формате ежемесячной подписки. Как это работает? Например, выбираем тариф «Живая музыка». Он состоит из 490 видеоуроков. На данный момент это 28 курсов. Вот его содержание. С выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет в зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета. Как получить доступ? Нужно купить подписку на этот тариф. Нажимаем кнопку «Купить», и мы попадаем на сервис Boosty, где и происходит вся магия. Здесь мы уже все подготовили, отсортировали по полочкам, сделали удобную навигацию, все в одном месте. Жмем «Подписаться». Проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик. Выбираем количество месяцев для подписки, жмем «Купить» и готово. Так что шутки в сторону, коллега, пора обучаться по-крупному. Действуйте прямо сейчас. Компания Spotify объявила о том, что теперь специальный сервис для артистов, который позволяет редактировать свой личный кабинет артиста в системе Spotify, обзавелась теперь еще 26 языками, точнее всего теперь 26 языков, и, конечно же, появился русский. Для многих это было долгожданное обновление, что теперь появился русский интерфейс, то есть вот этот весь кабинет, который связан с подготовкой релиза, который только-только должен выйти, с настройкой всяких объявлений о том, что у вас выходит релиз, и также продажи мерча, то есть там на сайте Spotify и вот на специальном сервисе для артистов очень много возможностей. И, конечно же, отправка на модерацию для плейлистов от Spotify и так далее, то есть там очень много всего, статистика, конечно же. Все это теперь доступно на русском. До этого все пользовались только на английском языке, во всех случаях в странах СНГ, но теперь появился русский язык. Так что если вдруг у вас были сложности с работой с кабинетом Spotify for Artists, знайте, что теперь он есть на русском языке. Я им пользуюсь постоянно. Все релизы, которые я заранее специально отправляю через дистрибьютора, либо через лейбл на публикацию, я всегда захожу на Spotify for Artists и отправляю обязательно трек на модерацию, потому что это позволит, скажем так, попасть в специальные плейлисты, плейлисты алгоритмические от компании Spotify. Это довольно ценно, потому что за счет этого можно очень сильно расширить аудиторию и привлечь, собственно, внимание к своему релизу. Так что, если вы еще активно не пользовались этим кабинетом артиста, то обязательно переходите по ссылке в описании, запрашивайте доступ к своему артисту, если вы этого еще не сделали, это сделать обязательно нужно, и, собственно, пользуйтесь всеми возможностями теперь уже на русском языке. Ну и напоследок поговорим о бесплатном контенте. Компания Audio Damage объявила о том, что 34 плагина из их коллекции теперь получили статус Legacy, это означает то, что больше они не поддерживаются, и больше их поддержкой, разработкой, усовершенствованием или доработкой под новой операционной системой компания заниматься не будет, то есть их выкладывают вот в том виде, в котором они сейчас есть, а там довольно большой набор эффектов, там и модуляционные эффекты, и дисторшены, и реверы, и фильтры, и много чего еще. И всю эту коллекцию из 34 плагинов можно скачать абсолютно бесплатно и даже без регистрации, просто перейдя на специальную страницу, которая будет по ссылке в описании к этому ролику. И вы можете скачать любой плагин. Сейчас, естественно, все должно работать на текущих операционных системах, но, конечно же, без поддержки Apple Silicon, если вдруг у вас M1 процессоры, то есть Rosetta понадобится. Но в дальнейшем, когда у нас будут обновляться macOS, будут обновляться, не знаю, Logic, будут обновляться процессоры, то с каждым годом актуальность этих плагинов будет теряться, потому что разработчики, еще раз повторюсь,
скажем так, отказались от поддержки этих плагинов и решили сконцентрироваться уже на новых продуктах. Но вот так или иначе, сейчас можно воспользоваться предложением и над текущими проектами поработать с новыми бесплатными официальными плагинами. Так что приходите по ссылке в описании и забирайте нужный вам плагин. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Обязательно напишите в комментариях, какая новость вас удивила или пригодилась вам, какой плагин вы скачали из коллекции Audio Damage. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал Logic Pro Help, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Напоминаю, что на этом канале у нас уже много всего есть. Если вы только-только к нам попали, то по Logic здесь очень много видео-ответов на самые частые вопросы. Ну а если у вас какой-то уникальный вопрос, welcome в наш Telegram-чат. Также ссылка будет в описании, просто оставляйте свои данные, и вам придет ссылка на наш Telegram-чат, где мы уже с более чем 1000 активных пользователей Logic обмениваемся опытом, задаем всякие интересные вопросы, обсуждаем оборудование, какие-то плагины обсуждаем. И, конечно же, сам Logic и все его какие-то шероховатости и проблемы с освоением, все мы стараемся решить, помочь, я там всегда на связи. Также много других активных пользователей рады помочь. Поэтому, если вы еще не в нашем клубе, обязательно вступайте, это абсолютно бесплатно, мы вас там ждем. Ну а с вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Увидимся в следующих видео. Всем пока.